Всем привет! Продолжаем ходить на выставки Петербурга. Музей Рарта представляет аскетичные пейзажи Владимира Шинкарева, свободные от рекламной радости бытия. Я зачитываю анонс выставки Владимира Шинкарева «Мрачные картины». Узнаваемый и задумчивый Петербург, пронизанный зыбким светом, сдержанные цвета как манифест сопротивления современности. Легендарный петербургский художник, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее. Надо сказать, что Владимир Шинкарев – личность, художник и писатель, основатель, идеолог художественной группы «Митьки». Его авторству принадлежит одноименная книга, где собраны в том числе и характерные для участников движения слова и выражения. Ну, такие как, например, «Дык», «Елы-палы», «Митьки никого не хотят победить», а также написанный спустя 20 лет «Конец Митьков». В 2008 году он принял решение стать отдельным вольным художником. Для него живопись абсолютно самодостаточная, не терпящая суеты занятия. И, возможно, поэтому автор не стремится часто выставляться, занять собой как можно больше художественного пространства. Негромкие, задумчивые, залитые сероватые светом пейзажи непарадного Петербурга, знакомого большинству из нас, реальные картины города с почти метафизическим светом. Сдержанный колорит, характерный для работ Шинкарева, это, по замечанию автора, цвет флага сопротивления современности. Вот так написано в анонсе к выставке Владимира Шинкарева «Мрачные картины». Пока-пока, до свидания, смотрим работы.